Повелитель, вы выходите? Я хотел кое о чем с вами поговорить. В чем дело, Байзет? Речь идет о Кесем Султан и Шезаде Касыме. Как ни прискорбно, они пытаются заставить меня убить вас. Входи. Проходи, Касым. Повелитель, не знаю, какую ложь вам сказали, но... Тебя нашли в таверне в объятиях женщин. К тому же в бессознательном состоянии, пьяным от вина. Это правда? Правда. Но я могу все объяснить. Как ты так опьянел от вина, что начал воображать, что Гюбахар Султан жива? Это не воображение, повелитель, а реальность. Если мне не верите, то можете спросить у Валиде. Она тоже знает правду. Вчера ночью в Старом Дворце напали на нее. Что? Ты что говоришь, Касым? Как напали? Кто напал? Две женщины напали. Покушались на ее жизнь. Хвала Аллаху, я вовремя подоспел. Одна из женщин назвала имя Гюльбахар Султан. Сказала, что от нее получила приказ. Как ни прискорбно, но и Байзет вовлечен в это дело. Как все сказанное, и это ложь, повелитель. Я не имею никакого отношения к этому нападению. И быть не может. В таком случае, кто напал? Кто хотел ее убить? Я затрудняюсь ответить. Но я не имею отношения к этому делу. Возможно, наш Кесем Султан делает это все из-за того, что отправлена в ссылку. Хочет поставить на мне клеймо предателя. Опустить в ваших глазах. Чтобы вы дали приказ о моей казни. И... Касым стал бы вторым шахзаде. О, Аллах, побереги мой разум. Я твои кишки, Касым! Ты в моих покоях. Что за наглость? Вы только посмотрите на себя. Мои братишки, да вы стали врагами. Обвинения, которые вы бросаете друг в друга, вы чувствуете, насколько они тяжкие? Или ты лжешь, Байзет? Или ты Касым? Наверняка правда вылезет наружу. И тот, кто лжет, понесет наказание. И до того дня я не хочу никаких ссор, ни шума. Вы меня поняли? А теперь идите в свой покой, быстро! Выйдите. Касым? Что случилось? Что за вид? Они пытаются строить планы и напасть на нашего Валиде и подняться на вершину. Он пожаловался на меня повелителю. Касым, хватит уже. Хватит нападать на Байзета. Ибрагим, я говорю тебе, что он пожаловался на меня. Я иду от повелителя.
Он рассказал ему, что мы с Валиде играем с ним в игры. Хотим убить его и стать наследниками трона. Баезет сказал? Баезет. Я говорил тебе с самого начала. Предательство у него в крови. В крови. Они уже не остановятся. Они продолжат нападать. Ибрагим, мы тоже должны объединиться. Быть внимательными и защитить себя. Понимаешь? Ты понимаешь меня?